Ну, сегодня уже ты уже показал, что привык к косичкам. В прошлый раз стягивали, походу, немного. Да, да, только сделали, поэтому было непривычно. Понятно. Ну и чего, как, что скажешь об игре? Ну, мы сегодня смогли в переломные моменты забивать свои броски. Забивали не очень много, но нужные именно броски забивали. Сегодня играли с сыгранным составом, и поэтому смогли все-таки удержать это преимущество. Uh-huh. А что соперники скажут? Соперник, у них сильная команда, ребята с броском все достаточно высокие. Вот мы команда низкая, но все-таки за счет своей сыгранности смогли победить. Ну, хорошая команда, да. Ладно, успех. Спасибо.